Ну, вон, смотри, вот он, брат разорванный, видишь? Ага. А нет, подожди, это муха, да? Муха. Муха поставим. А ну, братан. Что? Да, вот так, вот, так вот работает, да. Укропы. Рашен. Да. Кто придет к нам с мячом, тот отмечает и сдохнет. Нашел, сука, лохи ебаные, да. Угу. Вот оно, блядь. Видите, вот. Я не знаю. Да пусть идет, спалим. Не спалит, то спалим еще. Да ебись, она куда выпадает. Укрики мертвые тут сидели, в Уральчике в этом ебучем. Тут нахуй их сожгли просто, ебай. Приходите еще. Давайте нам мясо, нахуй. А мы сфоткаем. Да это же на видео есть. А, да? Давай. Ну вот от мины тоже. Еще мины, ебать. Сейчас покажем танки их сильные, блядь. Это просто пиздец. Вот что сказка сделалась. Вот это мародеры действуют в украинской армии. Это надо будет снять. Угу. Нахуй все сгорело, ебать. А вы куда? Ага. Хорошо. И в пизду по ракушке, нахуй. Укропи прийшли на нашу землю, нахуй. Ми їм пизди й дамо. Ублюдки, сука. Там в зеленке куча снарядов валяется їхніх. Все осипано гильзами от патронов, снарядами, минами. Цинки вот. В хламище вообще, ебай. Вот так-то мы тут и воюем. А то, що танк, вони кричать танки, танки, до пизди їхні танки, горять за милу душу, ебай. Бетери, танки. Хоча, блядь, з ним приходиться повозитися, з танчиком. Така хуйня, як ебашить, то ебашить нас. Ну що я можу сказати? От так от. Били укропів, будемо бити. Пусть їдуть ще сюди, на Донбас. Нам потрібно свіже м'ясо, яке ми зможемо кібеням нахуй зажарити. В їхніх же танках, в їхніх же бетерах. Так що от так от. Мене зовут Гуня. І я горжусь тим, що я воюю за ополчення Донбасу. И вообще этой землей горжусь.